Ты где? В коридоре. Не ходи босиком. Хаш. Касумова зайур. Позвони Касумову. Мне нужен Касумов. What is hush? Это квартира Касумова? No, Касумов. Я одна. А где Касумов? Да. Ну, духа, я ничего не просил мне передать. Не туда попали. Алло, это 97777? 77... No, it's 98. После хаша идут спать. Потом на работу. What is спать? Bye-bye. I want hash. Нельзя. У нас женщины на хаш не ходят. But I want. Хочу. Не. Да. Мне не звонили. Кто такой? Мардухай. Слушай, Мардухай, почему тебе должен звонить ко мне? Телефона нет. А у меня дверей нету. Когда сосед выходит на лестницу и видит... Мистер Касумов. Ахмедов. Касумова зенгел, я бы... Ахмедов, дозвонился до Касумова? Нет. Как дома? Хорошо, спят. А у вас? У нас тоже спят. Весь город спит. Вся республика спит. Здравствуйте. Yoldaş Abbas'ın, papağınız... Товарищ Абасов, какого размера у вас шапка? 61-го. Какая у вас большая голова. А у тебя? 54-го. 54-го? Да ты можешь считать, что у тебя вообще головы нет. Baştağalı bir şairde belə gözəl deyib. Şeiriyyəti duymayıb gözəllərin nazında mən hicranı çalmışam elin vüsal sazında. İçək elin vüsal sazını... Uxa! Uxa! Uxa? Ha? Uxa, tavariş. A, uxa! Da, uxa. Ha? Ну что? Uxa, как ты говорит по-армянски. Где уха? Где ноги? Вот уха, вот ноги. Пусть товарищ, уха, профессор, ведите себя прилично. Вы же ученый, вашим именем пароход назвали. Но ведь уха же не кушают. У вас что? Ноги. В каждый хашный комплект входит ушная область, и не я его туда кладу. Но ведь... У нас ухо не кушают, наши предки. Именем живого человека тоже никогда пароходы не называли. За ваш пароход, профессор. Ой, сол, кошанч.
gentleman. Long, long ago there lived the rich and the poor. Салам, Мирич Сабас. Доброе утро. Приятного аппетита. Ну, long, long. Говорит по-английски. Давным-давно, когда были богатые и бедные, где Ахмедов? Мистер Аббасов. Аббасов. Джулия. Блом. Ахмедов. Ахмедов. Да, Ахмедов. У нас женщины не ходят. Нахаш. У нас тоже. Яши дейбляр ки тез эвлененнен тез юхудан дуран удузмаз. Бюзді біз біраз геч эвленмиши, ама хэммиши юхудан тез эвленмиши. Она фикир вермейін дам. Как вам у нас? How do you like it? Нравится? Here. Oh, it's very good. It's really good. Очень хорошо. Очень хорошо, очень приятно. Очень приятно. А как там у вас сейчас дела? And how it is at your country? And at our place, it's just good. Ай, ай. Йох, дир у них просто хорошо. Да? Очень хорошо. Председатель колхоза «Новый путь» Исмайлов. Джулия. Head of the collective farm. Главный бухгалтер колхоза Мухтар Смайлов. Джулия. Ветеринарный врач Манаф. Glad to meet you. Худиев, старший инспектор ВХСС. Джулия. Financial инспектор Худиев. Financial. О. What's this? It is hash. Повысить надои молока на 200% безусловно в наших руках. Ахмедов. Я здесь. Как here? Сейчас. Друзья мои, повышайте надои молока настолько, насколько позволит совесть. Listen, everybody. I want to tell you that I like being here with you, though we have just been acquainted. Julia, smile with your eyes. And I smile this way. Julia, please be a little bit more polite. And all that, thank you very much, sir. Yes, sir, no, sir, stuff. But I love real life, real people, real emotions, not them. None of them understands me. Where is Ахмедов? Yes, this. Ахмедов, I want music. Сейчас. Соль. Salt. Так. Берется хлеб. Берется хлеб. А, take the bread. Так. Так.
Спасибо. Я танц. Танц? Разрешите. Давайте выпьем. Знаете за что? За мой пароход. Да. Товарищ Абасов, Ахмедов и Касумов убивают друг друга из англичанки. Единственное, что я не видел в жизни, это женщина в хаше. Вот как вам это нравится? Мне все нравится. Мне даже нравится то, что мне не нравится. Знаете, о чем я сейчас неожиданно подумал? Спросите, о чем? О чем? Ведь никогда именем живого человека пароход не называли. Ведь так? Так. Из этого что следует? Из этого следует, что вы исключение из всех живых. Подай вперед, потом влево. Влево нельзя, там яма. Кязым, шефа привезли. Профессор, есть для вас новость. У нас в тюрьме ходят разговоры, что ученый Совет Академии решил переименовать ваш пароход. Пароход, носящий ваше имя, теперь будет называться Иван Сусанин. Что тут происходит? Джулия из Англии приехала.
машину ряд перим. Сейчас выберите отсюда эту машину. Не могу. Мотор заглох. Where is that meadow? Where is that meadow? Джулия! At meadow. Я здесь, я здесь. Cosimo! Cosimo! Mr. Cosimo! Officer! Officer, please come and help me. You see, he was here. Стало быть, если нет моего парохода, значит, я еще живой. Так? He wants так. Me and I want him. Он был здесь, и мне было хорошо. А теперь он там, а я здесь. Я хочу к нему, а он хочет ко мне. А что? Джулия, я все здесь. Перебраген. Немедленно освободите вход и выход. Если не справитесь одни, призовите на помощь сознательную часть иностранного народа. Вы действительно не понимаете, что там иностранка и что у нас самолет через час? Джулия! Джулия! Сейчас! Сейчас, Джулия! Джулия! Я уже здесь! Джулия! I'm sorry. Oh, I'm very sorry. Sorry for being late. Satisfied, I hope. Джулия! Только на работу не опаздывайте.